В Упорово снова ревели моторы. Здесь состоялся второй по счету этап Кубка Тюменской области по картингу. Первый прошел в мае, и его местом проведения также была эта трасса. Выбор совсем не случайен. Из нашего следующего сюжета вы узнаете, почему. Все дело в том, что упоровский картодром соответствует высоким стандартам, а потому этап Кубка области носит статус открытого, и приезжают на него гости из других регионов. Для того, чтобы получить какие-то результаты, спортсменам нужно постоянно иметь тренировку. Тренировку, соревнования, тренировку и постоянно. То есть для этого нужен хороший картодром. Но так как у нас, можно сказать так, в УРФО даже взять, их буквально единицы, то есть это Магнитогорск, Пермь, вот ваше Упорово. И поэтому мы стараемся не пропускать каких-то либо мероприятий. Как известно, все великие чемпионы автоспорта, причем в самых разных дисциплинах, вышли из картинга. В классе мини за руль можно садиться с 8 лет. Пожалуй, в этой возрастной категории одно из главных качеств – не бояться скорости. Все остальное придет уже со временем. Работа хорошая механика, я опыта, но уже опыт большой. Тактики особо-то нету. Так просто езжу, как получится, так получится. Но все же Илья явно лукавит. Без мастерства на скоростной трассе делать нечего. Это подтвердит любой опытный специалист. А задача тренера и заключается в том, чтобы уровень его подопечных повышался. Как педагога больше зависит работы, правильно объяснить детям прохождение траектории, прохождение поворотов. Ну, допустим, классы разные, разный стиль вождения, коробка передач. В нужный момент переключиться на пониженную передачу перед поворотом. Ну, а в первую очередь, это все-таки прохождение траектории поворота. Это вот что зависит от пилота. От нас внимание, любовь к детям, чтобы они чувствовали нашу поддержку в первую очередь. Наравне с парнями не боятся управлять картингом и девчонки. Более того, делают это очень умело. Словно стараясь опровергнуть засевший у многих в головах стереотип, что представительницы прекрасной половины человечества водят хуже мужчин. Так в классе Rotax Max Junior всех обставила именно девушка. Я очень старалась. В первом заезде у меня не все получилось, я приехала четвертой, а во втором заезде все подсохло, а я очень много тренируюсь на этой трассе, я из города Ялуторовск, поэтому катаюсь я уже здесь давно. Вот. Соперники мне дали очень хороший шанс победить. Еще удивительнее тот факт, что в этой же дисциплине второй также стала девушка. Для завоевания серебра пришлось проделать долгий путь. Как в прямом, так и в переносном смысле. Ну, нет, не тяжело. Мне нравится, наоборот, ехать на машине далеко. На права будешь во сколько лет учиться? Конечно, 18. Нет, сначала я там в 16 на мотоциклетные, а потом уже на машину. Третий, он же и заключительный этап Кубка области, также пройдет в Упорово и состоится в начале сентября.